Ребят, всем привет. Надеюсь, меня хорошо слышно. Буду погромче говорить, а то всякие шумы перебивают видео. Но к чему я? Видео про найм персонала, да, и там, если вы в комментариях увидите, я как бы нанимаю арбористов. Но не все понимают, почему я некоторых динамлю, да, и почему, ну, как-то с кем-то у меня складывается работа, с кем-то нет. Я думаю, что у вас будет такой же вопрос с людьми, ну, с наемными. То есть, как получается? Я почти в каждом видео говорю, ребята, кому нужно, кто хочет пилить деревья в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области, вот мои координаты. Пишите, звоните, с вами все будем обсуждать и будем, ну, как бы, если найдем общий язык, будем работать. Меня много ребят набирает, да, и из моего опыта, да, немножко пессимистичного, да, я вам так расскажу, что почти 90% людей, которые хотят пилить деревья, им не стоит доверять сложные деревья, это в первую очередь, а кому-то даже вообще не стоит доверять, так как очень многие вообще без опыта работы, без понимания, без инструмента, да, звонят, я хочу поработать, хочу денег срубить быстро. Это очень замечательно, да, но я здесь натыкался уже на несколько вот историй, и вот очень интересные люди мне попадались. Например, вот весной этой был один человек, прям такой активный, ну ладно, ну, как бы меня звонил, он даже ко мне пришел со мной познакомиться, Сергей, я хочу работать, там, то-то, сё-то, ну, блин, ну если ты такой настырный, то, пожалуйста, давай попробуем. Дал ему координаты человека, ну, заказ по деревьям, да. Спустя 3 недели этот человек мне пишет с гневными отзывами, зря я к тебе обратился, что за фигня там вся. Короче, как получается, человек, который обратился ко мне дерево спилить, я его связал с арбористом, который хочет работать со мной. Они уже там напрямую договаривались, когда будут там работать, пилить. Ну и, короче, арборист начал его двигать, да. Один раз подымем, второй, ну так, 3 недели прошло, хотя там дерево, блин, приехать, разобрать 2 часа. Дольше дорога займет, наверное. Ну и, ну как бы вам сказать, я не особо люблю следить, да, как бы мне некогда следить. И когда вот такая вот подстава мне приходит от арбориста, да, который хочет работать, так от нее, ну, послушаешь многих, что, конечно же, заказчиком мозги ебет. Ребят, я сам с заказчиками общаюсь, я прекрасно знаю, что к заказчику нужно искать подход. Он платит деньги. Если вы будете выделываться, да, никто платить не будет, да, ни мне, ни вам, никому, да, нахер ты такой красивый сдался. Поэтому, ну, из моей практики, ну, буквально несколько человек, да, которым я, ну, до сих пор скидываю заказы, и я уверен, что эти заказы будут сделаны, да, и я уверен в том, что про меня не забудут, да, еще мало того, что, как я, да, по моей... Я работаю. Я отдаю контакты человека, пожалуйста, иди пили. Ты зарабатываешь, мне какой-то процент скидывай. И знаете, что вот до момента того, как ты скидываешь ему номер телефона, тут я очень востребован. Когда ты ему, ну, когда человек там уже выполнил работу и получил деньги, про меня забывают. Ребят, я тоже сбегать не буду. Забыли про меня, я про вас забыл, то есть дальше заказов не буду скидывать, и как бы идите лесом, так немножко накипело уже, да, тоже потом, ой, мне за тот объект, за сет объект, ну, как бы, не, это не детский сад, как бы,
я думаю, у вас такая же будет история. Когда вы уже будете нанимать своих, да, свои бригады, думаю, у вас будет то же самое. Я извиняюсь за шум, у нас там сзади упаковка идет вечная, там, блин, это не остановить. Вот, ребят, еще кратенькая реклама. У меня появились толстые окладки, то есть они уже диаметром 12, есть 13-миллиметровые с толстым сердечником 10-миллиметровым, то есть она крайне жесткая, закидывается легко. Кому интересно, ссылочку сделаем под видео. Также есть классические, там, 10-миллиметровые, 3-миллиметровые, но сейчас еще жду от поставщика больше, ну, разные длины. Сейчас у меня как бы по стандарту 3-метровые, сейчас еще 4-метровые ждем. Короче, так. Ребят, все, какие вопросы есть, обращайтесь в наши координаты, заходите к нам на сайт, приходите к нам в магазин. Город Санкт-Петербург, стачек 77, все для... арбористики, удаление деревьев и промальпа.